Приветствую вас, дорогие зрители! Чтобы не пропускать горячие новости, советую подписаться на канал и включить колокольчик. План о вторжении России провалился, и она перешла к плану Б. Пойдут ли белорусы в наступление на Украину? Насколько высок риск развязывания Путиным ядерной войны и что может сделать Международный уголовный суд с военными преступлениями России? The Wall Street Journal. План А не удался. Россия переходит к плану Б. После того, как российский блицкриг в Украине провалился, Кремль перешел к новой стратегии, пишет The Wall Street Journal. Первоначальный план, включавший в себя оккупацию Киева за несколько дней и замену Владимира Зеленского пророссийским кукольным режимом, потерпел неудачу. Россиянам пришлось сменить тактику. Сейчас они хотят заставить Киев принять их требования и фактически отдать южные и восточные территории, чтобы расширить свое влияние на Донбасс и закрепиться на сухопутном коридоре в Крым. Также в планах Кремля – продолжать бомбардировки украинских городов с целью заставить Зеленского отказаться от курса на Запад. Если этого не получится, россияне готовятся к закреплению на занятых позициях, долговременному конфликту и тактике осад. Оцените качество новостей лайком или дизлайком, а также напишите комментарий. До встречи!